Все-таки мы едем! Как мокро. Ждем Блаблакар. Да подожди, куда ты рванула? Это может не к нам вообще. Да, вы вот проехали мимо меня, да? Вот это мигают автостопы. Вы куртку одеваете. Идем. Здрасте, а у вас интерес? Давайте. Есть. Путешествие на микроавтобусе. Ступино, Краснодар. Как-то не по-летнему. 16 часов. Мы уже в Ростове. Река? Ничего себе! Сбегать к реке! Главное, чтобы без меня не уехали. Здесь пляж! Та-дам! Круто! Но очень холодно! Бегу назад. Слезы текут. Руки замерзли. Горячий, его пить невозможно. А я как хлебанула, умер. Мы уже почти у цели. Осталось тут чуть-чуть. Мы раз 10 уже остановились. Холодно. А что ты шапку себе не купишь? Ну потому что рано еще было для шапки. Ты видишь, как там мусор везут? Это такие, где люди? Где люди? Не вижу, кого засыпать. Мы прибыли на Красную площадь, только это не Красная площадь, как я думала. Так называется супермаркет. В поисках гостиницы. 38-й. Как неожиданно, здесь еще какой-то ходит. Мы стоим, ждем 29-й автобус. По мне видно, что я не сплю вторые сутки. Это жесть. Я так устала. А мы все в поисках гостиницы. Третьи сутки в пути. Нашли гостиницу. Вот такая. Вот здесь мы и будем жить. Прям здесь, вот на этом стулке я буду жить. Доброе утро. Проснулись час назад, полчаса назад. И вот собираемся на завтрак, а потом по делам. Спалось круто. Когда ехали, я периодически только так дремала, не могла полноценно уснуть. А сегодня ночью спали у нас возле стены. Вот здесь вот. Там ничего такого нет, но звук был, как будто что-то капает. Там внизу трубы металлопластиковые, они в пазах стоят в таких защелках. Вот одна вылазила, походу, всю ночь из этого паза и такой звук создавала, как будто капает. В общем, это раздражало всю ночь. Я иногда просыпалась, не могла долго уснуть потом, хотя в целом выспалась, но я только утром решила эту проблему. Сейчас занимаюсь монтажом, хочу все смонтировать, хотя не факт, у меня еще не все готово. А, сейчас мы выходим тогда, сейчас, ага. Не понимаю, куда дальше пропали остальные ролики, которые я еще снимала в Краснодаре. Но момент, который вы видите сейчас, это уже отъезд. И даже его я снимала. Но ума не приложу, куда это все исчезло. Грустно, что уезжаем, и грустно, что пропали веселые ролики. Короче, забрали нас. Я здесь в туалете спряталась. Потому что на улице сильный ветер. В общем, не слышно будет все, что я говорю. Оказывается, едем мы на той же самой машине, что приехали. Просто водитель другой, так совпало. Это такие запахи. Я вам что хочу показать. Вот такое вот устройство в тубзалете. Фу. Ладно. Я пошла отсюда. Везли нас как дрова. Тот водитель, который нас вез туда, в Краснодар, намного лучше ехал. И аккуратней, тепло было. Этот водитель и жалеет печку, везет неаккуратно. Нам бы уже побыстрее бы доехать. Обязательно надо вымазаться. Мы снова остановились. Ой, короче, мне это так задолбало.
хуже баб каких-то. Останавливаются каждые 5 минут. То покурить, то в туалет, то еще что-нибудь, то пожрать, блин. Уже просто хочется побыстрее до дома добраться. Ночью как-то рванули прям вообще. А сейчас еле-еле едем. Я уже отбила себе здесь все бока. Водитель еще такое. Печку не включает. Попросила включить, потому что мы замерзли уже вообще просто. Он мне ответил: она работает на всю. А мы просто даже ног не чувствуем. Зубы прям цокотят. Что за люди, я не знаю. Жалко печку включить, что ли. Ждем таксиста. Его ДПС остановило. А у нас минус 10, по-моему. Я замерзла еще в маршрутке. Бла-бла-кар, короче. И здесь холодина. Я сейчас, короче, умру.